После зимнего перерыва ивановский текстильщик с новыми силами приступил к тренировкам. Занятия каждый день, утром и вечером, в тренажерном зале и на улице. По мере увеличения нагрузок футболисты восстанавливают спортивную форму. Сейчас такой период, то, что нас так прилично нагружают, то, что мы уже как бы привыкли, то есть к этому относится спокойно. Сегодня с мячами тренировались чуть, завтра у нас будет теоретическое занятие. За время зимних каникул в составе команды произошли изменения. Самое громкое событие – переход в клуб первого дивизиона Константина Подкорытова, одного из центральных игроков команды. Также совсем недавно были расторгнуты контракты еще с тремя игроками. Сейчас тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым думает над усилением основных позиций. Благо, для этого есть и время, и возможность. Дозаявочный период уже начался и продлится в течение месяца. У нас есть свой ресурс, которые ребята не получали такого шанса. Пожалуйста, проявляйте себя, возможность есть. И ищем людей со стороны. Я думаю, что мы решим эту проблему. Слава богу, есть время. Физической формой своих подопечных Дмитрий Парфенов доволен. Но перед продолжением сезона в апреле им предстоит еще много работы. Впереди у команды спортивные сборы на жарком Кипре. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.